Наверное, вы это уже слышали, но я не могу удержаться от того, чтобы не пожаловаться. В группе, в которую мы играли 50 лет, ко мне все они относились. Все они относились так, ну типа поет, пусть поет. Но как только я пытался сыграть на гитаре, у нас есть гитарист. Ты же играй на своей балалайке, так. И поэтому мне приходилось соло свои, ну, протаскивать как-нибудь секретным образом. И вот одно я все-таки сумел протащить. Итак, соло на гитаре. Ляпин курит в салонке. Сел на крыльцо света, да в доме никого нет.